руками я голем сделала, какой аппендицит, блин. Слушай, мне нравится твоя база, все. Блин, их очень и очень много, ты. Здравствуйте, офицер Флосочка. Какой офицер Флосочка? Ой, господи. Так, стоп, не понял, какого фига я вообще делаю в больнице? Ой-ой-ой, это что-то не к добру. И у меня еще кагуны. О, стоп, чего, блин? Фласка, Фласка, просыпайся, что здесь происходит? А, кто, кого, кого, кого? О, ты проснулся, Скретчи. Что я тут делаю, что вообще происходит? А, ну я сделала это, кое-какой некий эксперимент решила провести над тобой. И как бы я думала, ты умер, а ты выжил. Кого, блин, какой эксперимент? Да вы надоели, то ты проводишь какие-то надо мной эксперименты, то Ричи проводит эксперимент. Вы что, вообще офигели, что ли? Ну просто ты такой милый, и вообще ты на все соглашаешься. Тебе морковку дай, ты согласишься на все что угодно. Кстати, на морковку я тебе ее обещала за то, что делаю это эксперимент свой. Спасибо, ты мне помог, теперь ты гуль, до свидания. Чего, в смысле? Да я уже понял, что я гуль, я свои, блин, кагуны эти увидел, Ринкаку, какого вообще фига? Зачем ты из меня сделала гуля? Ты зачем тебе вантус вообще? Ну не знаю, я думала тебе руку отрезать и вместо руки, как бы, как говорится. Да что ты пристал ко мне, отстань, я тебе сказала. Это вообще ни в какие ворота не лезет, вы вообще офигели, я не хочу быть гулем, ты сделала из меня гуля, просто прекрасно, ну что за капец вообще? Ой, погоди, в смысле я виновата? Я подошла к тебе, говорю, Скретчи, я хочу кое-какой эксперимент провести, ты такой, я ни на что не подпишусь. Потом я говорю, а за морковку, ты такой, неважно, что ты хочешь делать за морковку, все что угодно. Да не было такого, это все вранье, я вообще-то просто сидел, работал, был занят и даже не слушал, что ты говоришь. Смотри, как это работает, Скретчи. Нет, это так не работает, ты издеваешься, я теперь даже, если я гуль, я теперь даже морковку не смогу есть, все, я иду на крайней мере, я иду писать заявление на тебя в полицию. Скретчи, наоборот, скажи мне спасибо, ты вон умнее стал, теперь за морковку не продаешься. Да, ты издеваешься, что ли? Можно, пожалуйста, это заявление подать на вот эту вот дамочку, а то офигела. А погоди, дяденька, не слушайте его, он немножко неадекватный, он просто после операции ему аппендицит вырезали, во. Она меня гулем сделала, какой аппендицит, блин? Ой, походу аппендицит разросся, ты гляньте, какие у него тентакли, нужно вырезать, дяденька. Ты издеваешься надо мной, ну это просто капец какой-то. Да, ты можешь меня сделать обратно нормальным человеком, пожалуйста? Крэч, зачем тебе быть нормальным человеком, если ты априори неадекватно себя ведешь? Вот скажи мне, зачем? В смысле неадекватно? Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Ты понимаешь, что мне теперь придется жрать жителей, я не смогу есть морковку, и не смогу есть нормальное мясо, там, курицу и так далее, а придется есть жителей. Так халява, смотри, жителей много, устроишь апокалипсис? Кого, блин, да? Ой, господи, ладно, допустим. Но я не хочу быть гулем, может, ты меня сделаешь человеком обратно? Я могу сделать тебя кроликом, и ты будешь кушать морковку, хочешь? Смотри, каким, блин, кроликом? Господи, Фласка, ну ты издеваешься. И ты такой милый, за морковку идет за мной. Я не пойду, ты, это капец какой-то. Так, ладно, давай, все, мне уже это надоело, рассказывай, что нужно делать, чтобы стать обычным человеком? Ничего, я тебя не сделаю обратно человеком, потому что из гуля человеком не стать. В смысле, вообще-то можно, я знаю, есть такие способы. Ну-ка, давай, что это за способ? Ты мне скажи, я тебе скажу, правда или нет? Да я не знаю, ты ж меня гулем сделал, знаешь, ты переделаешь обратно в человека, а то это капец какой-то, не хочу быть гулем. Ну вообще, в принципе, вот то сердце, что я тебе заменила, но оно было гулевское, в принципе, если я его вырежу, можно вернуть тебя назад, но это не 100%, надо будет попробовать, понимаешь? Ты сердце у меня заменила, ты что, вообще туду, что ли? Ой, а ты сказал, что твое лихорадит, да у тебя там это, повышенная аритмия, или как оно называется? Кого, блин, ничего такого, пойду кофе себе возьму, а то это вообще капец какой-то, я... Вот об этом я и говорю, ты посадил свое сердечко своими кофейными напитками. Ой, господи, там гули, блин, везде гули какие-то. Здрасте. Дяденька, вы его не слушаете, он пока не один из ваших, он еще не ел никого. Да ты издеваешься надо мной, что ли? Ой, ладно, Фласка, давай, все, давай, я тебе дам вот мясо того жителя, который к тебе приставал. А ты мне, ну да, это моя еда теперь. Вот понимаешь, это моя еда теперь, делай меня человеком. Крич, вот я как посмотрела на то, что тебе придется есть, мне стало тебе жалко. А ты такой милый мальчик, любишь морковку, я тоже люблю морковку, мы с тобой вместе любим морковки. Это понятно все, но ты меня человеком сделал, давай, может тебе помощь какая-то нужна, я тебе что-нибудь помогу сделать, а ты меня сделаешь обратно человеком. Ну, вообще, в принципе, можно. Так, что я хочу? Для начала я хочу раф с двумя ложечками сахара. Кого, блин, да ты издеваешься надо мной? Да что не так-то? Ты сказал, что я хочу, я тебе сказал, что я хочу. Хочу раф с двумя ложечками сахара и карамельным сиропом. Ну, короче, если выполнишь 3 моих желания и еще сотню других желаний, то я могу тебя сделать обратно нормальным. Какие сотню желаний? Господи, я тебе что, на джина похож? Ну, если ты хочешь, чтобы я был как джин, то 3 желания выполню, так уж и быть. Давай, но только ты пообещай, то сделаешь меня человеком. Ну,
в принципе, если твое сердце вырежу и обратно вставлю твое уже настоящее, то думаю нормально. Но тебе опять нельзя будет пить больше одного кофе в день. Ладно, я согласен на это. Я хотя бы теперь смогу. Ну, кофе я и так за гуля могу пить. Но есть нормальную еду, там чизкейк какой-нибудь с кофе. Или печеньки какие-нибудь, что-нибудь такое. Все, давай. Первое желание твое, я слушаю. Первое желание. Я дико хочу соленой карамелью и 2 ложечками сахара. Быстро давай, метнулся и дай мне раб. Да откуда я его там возьму? Тут такого даже не готовят, блин. В смысле, попроси, скажи, для фласочки, она постоянно клеит, что я тебя жду. Ай, господи, здрасте, а можно мне раф с 2 ложечками сахара? Здравствуйте, у нас сливки закончились, мы можем предложить вам кровяной. Кого, блин, какой кровяной? Ой, все, это уже шиза, это уже клиника. Фласка, нету там твоего... А где фласка делась? Она ж только тут сидела, блин, какого фига? Ладно, погнали. Я здесь, наверху, спаси меня, мое второе желание, спаси меня. Ладно, давай. Я продаю. Да ты... Да ты издеваешься, что ли? Ты могла спуститься с поляном. Нету там кофе твоего. Вот, все, сказали, кровяной коктейль только есть. Слушай, мне нравится. Давай кровяной коктейль. Нет, все, это... Давай, желание аннулируется. Ладно, тогда я хочу... Ой, вот этот... Вот зря ты мне не принес кровяной латте. Теперь я попрошу у тебя... Ну и хочу самый крутой дом в этой деревне, понял? Самый крутой дом в этой деревне? Ты... Это твое первое желание, получается? Да, это мое первое желание, давай. Ну ладно, мне, в принципе, терять уже нечего. Можешь забирать мой дом. У меня здесь и комплюхтер есть с 3 мониторами, и диванчик есть, и вот сундучок есть. И я тебя сожрать могу, кстати, еще. Я тебя сейчас сожру. На всю жизнь останешься гулем, понял? Даже не выпендривайся на своего создателя. Так, погоди. А в каком месте ты решил, что вот это вот самый крутой дом? Ты посмотри, тут ничего нету, кроме компьютера. Так потому что это мой дом, ты посмотри, тут больница. А там идет дом Ричи, но дом Ричи вообще очень маленький. Ё-моё, бедняга Рич. Ладно, хорошо, я понял. Нет, ну Ричи точно маленький дом, а еще какие варианты есть? Все, дома закончились в этой деревне. Это кладбище, Фласка, это не дом. Слышь, я вот здесь буду жить. А ну тащи сюда, давай, тащи сюда телевизор и мониторы. Давай, тащи мониторы. Да ты издеваешься? Что за желание? Вообще странные, блин, мониторы и тут... Ой, господи, понимаю, просто понимаю, капец, просто развели меня на мои мониторы. Ладно, допустим, но это хотя бы первое желание. Стул тоже, да господи, что вообще капец? Ладно, стул тоже. Да, мой дом потихонечку выносит, но надеюсь, следующие задания будут нормальные, адекватные и так далее. Серьезно, ну ладно. Вот давай, тут. Лезь сюда, вот туда, ставь, давай, ставь. Ну ладно, вот стул твой. Так. Так, ладно. Погоди, а стол ты взял? Какой стол? На полу будешь сидеть? В смысле на полу сидеть? Вот. Вот так вот? Слушай, халява, мне нравится. Слушай, мне нравится, это моя база, все, теперь мы здесь живем с тобой. Да какая база? Нет, давай, все, это было первое желание твое. Давай второе желание и делай меня человеком. В принципе, мне нравится, потому что ты мне отдал самое драгоценное, что есть у тебя в жизни. Твой компьютер. Теперь я хочу, чтобы ты вырезал всех жителей. Кого, блин, ты издеваешься? Да тут их вообще-то очень и очень много, и к тому же они все... А, кстати, а где они все живут, мне интересно? Не знаю, где они живут, может быть, в полицейском участке. Меня они все бесят, потому что, ты видишь, они гуляют на моей хате. Ты видишь? Мне мешают стримить. Ребята просят стрим, я не могу стримить. Давай, вырезай всех, давай. Да живу. Это просто какой-то капец. О, ну хотя бы с них мяско падает балдежненько, ладненько, допустим. О, мясо жителей, господи. Не жри только мясо, алло, ты это, никогда не сможешь стать обратно человеком. А что мне жрать тогда, если я ничего жрать не могу? Вопрос хороший, я без понятия, подумай. Да. Единственное, что может жрать гуль помимо мяса, это пить кофе. И все, больше ничего не может. А кофе у них закончились, а коктейли там из крови, я это пить не хочу, это как бы вообще что-то странное. Так, ладненько, допустим, сейчас я все соберу. Блин, их очень и очень много. Ты вообще что за задания такие придумываешь? Нормальное задание, просто ты слишком слабый. Давай, делай. Ну все, Фласка, я перебил всех твоих жителей. И что теперь? Это, как я понял, было второе желание. И это просто безумно круто, потому что совсем скоро я смогу стать опять человеком. А то сегодня, блин, новогодние каникулы, а я токийский гуль. Какого вообще фига? Ну, вообще-то, такого фига. Ты сам согласился на эксперимент, слушай. Да ничего, я не соглашусь. Шался, блин, ладно, какой... Не смей трогать твоего создателя, иначе я тебя не верну обратно, ты меня понял? Ладно, у меня есть куча человеческого мяса, давай, следующее твое задание. Вот, тебе это пригодится, потому что для того, чтобы вернуть тебя обратно, тебе нужно будет перо курицы, железный блок, ведро лава, одуванчик. Кого, блин, это что там за химической таблицей Менделеева? А ну, скидывай. На, смотри, это все, что понадобится на
то, чтобы вернуть тебя обратно в твой истинный облик. Так, перо курицы 3 штуки, железный блок 4 штуки, ведро лавы 2 штуки, одуванчик 2 штуки, мясо жителя 10 штук. Кого, блин, а что за сложные задания такие? Это не задания, это ингредиенты, которые нужны для создания противоядия от этого твоего гульского, гульской твоей натуры, понимаешь? Ну ладно, допустим. Так, хорошо, какое твое третье желание? Говори уже, наконец. Я пока что не знаю, что придумать. Давай, я подумаю. Я тебе давай так уж и быть. Ладно, так уж и быть. Так вот, давай я помогу тебе найти все по порядочку. Что там первое? Так, первое это перо курицы. Но здесь, кстати, еще есть железный блок. 4 штуки. Где я тебя возьму, блин, 4 железных? О, можно кафешку разобрать. Я тебя сейчас разберу. Пойдешь в шахту и там найдешь себе железо. Не-не-не-не-не. Вот здесь и Кирочка как раз таки вообще балдежненько. Все, я погнал. Себе тебе фартануло. Мне кажется, тут походу читы. Кого, блин? Какие? Ты про что? Ну, про читы. Не разбирай кафеху, не разбирай, ты придурок, ты нельзя ломать кафеху. Да я это... там кофе пью. Не ломай кафеху. Да. Не ломай тихо, кафеху. Тихо, это, это вентиляция. Ничего страшного не произойдет. Неважно, да страшно это. А как же я буду кофе пить? Кофе, как я буду пить скретч? Все, я ломаю. Это вентиляция. Да тихо. Скретчи, как я буду кофе пить-то? Да ничего не поменяется, все будет работать так же. Видишь, это просто железо, которое стоит, тут даже ничего нету. Ты уверен? Посмотри. А по факту, а зачем ты все вообще разобрал? Тогда я вот это разберу, чтобы никто ничего не подумал. А, ну да, давай, в принципе, давай, логично. Давай. Так, смотри, у нас есть... Теперь бежим отсюда, бежим! Да тихо, да никто не видел ничего, тут ты издеваешься. Смотри, все, 4 железных блока у нас есть. Дальше, перо курицы, 3 штуки. Тут вообще есть день курицы? Да господи, Ричи впилил сюда эту будку, зачем она ему нужна? Так это его будка, он там спит. А, ну походу. Так, ладно, нам нужны курочки. Опа, на жители. Ну, ты их не видела, да? Все, пошли. Я их видела, а ну-ка быстро убрал их. Ай, господи, вот что за задание. Мне кажется, у Фласки реально уже шиза разыгралась. Так, вот этого и последнего. Все, вроде всех сожрал. Так, ладно, ты видела курицы на горизонте? Да, да, они где-то там, иди и ищи их. Вот чертила, а что ты палишь на меня? Ты не пали на меня, я уже иду за тобой. Так, ладно, я вижу всего одну курицу, а нужно несколько. Ну так еще остальных, что-то на меня пырь. Это Миш, где я курицу нашел? Ты че, фига? Да че, я шучу! Да я шучу! Я пошутил. А страшно. Не надо, все. Да я пошутил. Ладно, нужно искать куриц. Все, пойдем искать куриц, и я тебе за это дам человеческое мясо. Мне зачем? Фу, мне этого даже не надо. Вообще никогда не смей вот эту вот штуку мне в руки давать. Ну ладно. Опа-на, а вот и курятинка. Так, нужно парочку перышек курочек. Сколько там, 3 пера или 4 нужно было? Так, а ну стой, курятина, а ну стой. Все, у меня уже 5 перьев, кстати, а нужно было всего 3. Можешь 2 себе зацепить куда-нибудь недостающие места. Я тебя убью! Да все, ладно, я пошутил, я пошутил. Крэч, я тебе не верну обратно еще слово. Я тебе не верну обратно. Ладно, все, 3 пера есть, железный блок есть. Дальше, 2 ведра лавы. О, в кузнице есть лава, у меня есть дополнительная железка, которая, в принципе, мне не нужна. Так что мы можем его использовать для создания ведерочек и набрать в них лаву. Балдежненько. А где ты лаву собрался искать? Рядом с нашей деревней нет нигде никаких источников лавы. Глупая Фласка, сразу видно, мало в Майнкрафт играет. В смысле? Да посмотри вот сюда. Ну так это не наша. Ну ты чего? Я сейчас из кузницы еще я это заберу. Тут жителей уже в этой деревне нету, так что можно не париться. Эта деревня полностью принадлежит нам. По факту. Ну давай, набери лавы, давай. Так, ладно. Ты серьезно? Ты заставила всю лаву, которая... Фласка. Да что, мало хп, я не выдержу второго удара, я не выдержу. Не бей, скрычи. Ой, не надо, я в полицейском участке, все, ты еще не будешь это делать на глазах? Господи, ну ты понимаешь, что из-за тебя мне придется теперь куда-нибудь искать, бежать, искать лаву. Ну что это за капец какой-то? Крэчи, ты где? Вообще-то я хочу с тобой сбегать. Это же интересно, это же весело, это же экшен. Ты где? Я возле полицейского участка. Ой, я бегу. Крэчи, побежали вместе. Давай, побежали вместе. Мы найдем с тобой лаву. Я знаю, что лава там есть, я вспомнил. Вот и наконец-таки мы добежали до этой лавы. Мы столько бежали, ребята. Это просто капец. Все, у меня есть 2 ведра, которые нужны для задания. Одно я себе оставлю. Так, ладно, смотри, Фласка, еще нам... Ты что творишь? Ты специально это сделал? Ты специально... Хотя бы в деревне сразу окажешься. А хотя я тоже так сделаю. Погнали! Ну ладно. Так, ладненько, дальше нам нужно 2 одуванчика и 10 мяса жителей. О, мяско у нас есть. Крэч. Да? Мне кажется, тебе надо прочистить трубу. Я тебе сейчас... Не надо мне ничего. Это что? Это голубой василек. А он же белый. Почему голубой? Ладно, неважно. Это где одуванчики? Не знаю, где одуванчики, но я знаю то, что мне нужно прочистить тебе что-то. Да не надо, ты издеваешься, что ли? Все, я все собрал. Все. Ай, это ромашка, блин, это не одуванчик. А где одуванчики, блин?
Так я откуда знаю, где одуванчики? Найди одуванчики. Вот это одуванчик, что ли? А, да, желтый одуванчик, точно, как я забыл. Все, я собрал все, что мне нужно для того, чтобы стать обратно человеком. Делай! Ладно, но перед этим я хочу, чтобы ты выполнил еще мое одно желание. Я придумала, что хочу. Блин, это ж третье желание, ё-моё. Ладно, давай, надеюсь, оно будет нормально. О, курица, кстати, на тебя похоже. Че сказал? Да, я говорю, курица... Не прочистить или что? Ладно, убери, 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 убери. Если ты хочешь, чтобы я откачала всю грязь из своего грязного ротика, я это сделаю! Так ты че? Да, все, тихо, тихо, тихо. Да, все, ладно, давай, все. Какое твое третье желание, говори. Слушай меня, я... Ну, ты же знаешь, что я обожаю кофе. Я обожаю рафчик с соленой карамелью, помнишь? А, ну да, помню. Не, сразу видно, не помнишь. Ибо я всегда говорю, и две ложечки сахара, так вот. Я всегда обычно хожу вот в эту вот кафешку. Но зачем мне покупать ее за деньги, если я могу просто отжать кафешечку? Чего ты мне предлагаешь отжать это кафе? Да, отжать кафе. И чтобы по документам оно было мое, понял? Кого, блин? Ну ладно. А если я просто сожру владельца заведения, и ты станешь новым владельцем? Мне кажется, да, так можешь. Давай, схавай его. Капец, ребят, вы понимаете, мне сейчас придется всех схавать в этом кафе, чтобы точно было все окей. Ой, надеюсь, из этого выйдет что-то хорошее. Но хотя бы это последнее желание, и потом я стану человеком балдежненько. Извините, но мне придется это сделать, потому что как бы задание у меня такое, но я стану потом человеком. Пошел отсюда. У, я его победил. Так, и второй. А где второй? Вот же этот, блин, Йошимура был. Понял, ладно, допустим. Так, а наверху есть кто-нибудь интересный или нет? Так, ладненько, пройдем. Вроде никого нет. Этого. Ну, вроде все теперь чисто. И Фласка может стать владелицей этого за... О, привет. А, это тот чувак, который маски продает. О, у меня теперь масочка будет балдежненькая. Готово. Так, ладно, ну, вроде здесь больше никого нету. Вообще никого. Да, здесь пусто. Все, можно отправляться в самый низ и говорить Фласке, что я выполнил ее последнее задание. И можно просто-напросто становиться человеком. Господи, наконец-то я так долго ждал этого момента. Опа-на! Где Фласка, интересно? А, ой. Оп, не понял. Здравствуйте, офицер Фласочка. Здесь какой офицер Фласочка? Какое убийство? Никаких убийств здесь не происходило. Скретчи, не пали меня. Я офицер, и мне надо тебя арестовать. Я офицер Фласочка. Произошло убийство, вы главный подозреваемый. Пройдете, пожалуйста, со мной в участок. Так. Не сопротивляйтесь. Кого, блин? Ну ты, Фласка, ты издеваешься, когда ты меня человеком сделаешь? Я тебя сделаю, как только посажу за решетку, ибо я тебе не говорила их убивать. Ладно, я тебе сказала, на самом деле я просто хотела повышения. У тебя шиза! Ты меня чуть не убил, ты что, хочешь, чтобы тебя посадили надолго? Пройдемте за мной в отделение. Короче, у меня есть план, я тебя сейчас посажу. Меня повысят, потом я тебе сделаю выкоп, подкоп, и выберешься, я тебя быстренько превращу обратно. Что, давай, побежали. Офицер Фласка, к вашим услугам, давайте побежали. Бежим, да. Я сейчас стрелять буду. Ну ладно, буду, быстро вылез быстро. Все, натягивай. Все, ладно. Нормально? Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Фласка и Скрэч. Куда побежал? Быстро сюда пошел. И всем пока. Быстро вернулся, я сейчас стрелять буду. На счет 3, 2. Скрэч, ты первый начал. Скрэч, ищай тебя дубинкой. Скрэч, ищай тебя дубинкой.